Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы поговорим о том, какие 5 вещей нужно успеть сделать до Нового года, чтобы привлечь деньги, удачу, благополучие, достаток на весь 2023 год. Друзья, очень важная и ценная информация, которую мы рекомендуем всем просмотреть от начала до конца. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, друзья, вам это не ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Вы знаете, очень важно, чтобы мы с вами соблюдали определенные приметы, традиции, правила. Почему? Потому что это все передавалось из поколения. Кто-то скажет, наши предки не отмечали то ли и то. Девочки и мальчики, вы можете так говорить и так утверждать, это ваше право. Но испокон веков передавались знания, которые сегодня вы не можете прочитать ни в энциклопедии, ни в каких-то журналах модных и так далее. И это нужно знать. Давайте начнем с того, что следующий 2023 год — это у нас с вами год кролика, а кролик все-таки домашнее животное, и значит, нам с вами нужно сделать большой акцент на нашем доме, на нашем, в нашей квартире. Значит, мы должны все сделать так, чтобы в следующий год, приходя в свой дом и приходя в свою жизнь каждый день, мы тем самым каждый день несли изобилие, достаток, благополучие. Потому что, когда мы все делаем с вами правильно, перед нами открываются новые возможности, перед нами открываются знаки, подсказки от Вселенной. А это значит, что мы действительно можем быть еще более счастливее, удачливыми, иметь деньги. А значит, мы можем реализовывать все свои желания. Обращаем ваше внимание, что покровитель следующего года, 2023 года, он не любит ни грязи, ни хлама. Поэтому вот от того, с чего мы далее говорим, проговорим с вами в этом видео, вам нужно обязательно избавиться. Итак, друзья, обязательно, вот обязательно, обязательно, перед наступающим Новым годом обязательно проведите генеральную уборку. И, пожалуйста, сделайте не одну. Почему? Потому что мы с вами должны встретить следующий год ярко, красиво, необычно. Кто-то скажет о том, ну как же можно встретить, если происходят те или иные события. Вы должны сонастроиться со Вселенной. Вы на данный момент, когда вот вы будете готовиться к Новому году, будет проведение самого Нового года, вы должны сонастроиться с Вселенной, с ее энергиями, с энергиями созидания, творения. Не смотреть в этот момент какой-то негатив, разрушение, оно вам не нужно, потому что вы сами своими руками, мыслями творите свою Вселенную. Поэтому обязательно до Нового года обязательно проведите генеральную уборку. И помните о том, что любая вещь в нашем доме, она впитывает в себя негатив и способна разрушать то все, что есть в вашей жизни. Итак, что же нужно успеть выбросить, сделать до и от чего избавиться до нового 2023 года? Первое, друзья, это, обратите внимание, на разбитые чашки, тарелки и зеркала. Кто-то прямо сейчас скажет, да, ну я буквально пару дней назад делала уборку на кухне и все поубирала, даже успела купить новую посуду. Обращаем ваше внимание, что мы с вами за дня в день пользуемся посудой. Иногда даже не замечаем, не видим о том, что где-то у нас откололся кусочек от нашей посуды, или что-то с ней произошло, или просто произошла какая-то трещина, которую мы с вами просто не видим. А вот эта малюсенькая трещина, она тянет потихонечку вот эту вот созидательную энергетику с вашего дома. Представляете, ну как все тонко продумано в этом мире. И вот эта отрицательная энергетика, она оказывает сильнейший негатив на нас, на наше состояние. И вообще все разбитые вещи, которые у вас есть в доме, выбрасывайте. Для того, чтобы это никогда больше не влияло на ваше материальное положение. Очень важно, чтобы вы сами себе поставили задачу, что вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от тех ситуаций, которые происходят в вашем окружении, в вашей жизни, вы встретите этот новый 2023 год в радости, в удовольствии. Вы не будете переживать ни за что. Вот как есть, так и есть. Но помните, чистота и порядок превыше всего.
Помните, ваша кухня – это в том числе ваше сакральное место, поэтому ничего битого мы не держим. А также обязательно за неделю до Нового года постелите новую скатерть и используйте только чистые приборы. Желательно купить новую скатерть вот в ближайшее время. Какую вы спросите скатерть? На ваше усмотрение. Бывает так, что очень часто люди скатерть используют, например, только белого цвета, и это очень здорово. Но вы пошли на рынок или пошли в магазин, в супермаркет, и ни с того ни с сего вам понравилась скатерть зеленого цвета. Или фон зеленый, какие-то красивые цветочки, или ромбики, и так далее, и так далее. Вот вы прямо хотите, знаете, вот хочу и все. Приобретайте. Это ваша интуиция вам подсказывает, что именно вот эта скатерть вам сейчас нужна. Далее одежда. Обратите внимание на одежду, потому что одежда... Любая одежда, которой вы не пользуетесь, очень долгое время она захламляет ваше пространство, она несет негатив, она собирает определенные энергии. И если у вас шкафы забиты какими-то вещами, которые вы давно не носите, избавляйтесь от них, с радостью это делайте, можете раздать кому-то, отправить в мусорное ведро, но главное не копите вот эти вещи в своем шкафу в новом году, иначе вы сами, возможно, того не осознаете, но вы лишаетесь здоровья. А вы знаете, что нам сейчас здоровье нужно превыше всего. Когда мы здоровы, значит, у нас есть идеи, у нас есть цели, у нас есть задачи, мы желаем творить, мы желаем делать. Поэтому очень важно, чтобы вы разобрались со всем тем, что вам мешает, и в том числе на энергетическом уровне. Далее, что еще? Друзья, обязательно перед Новым годом зажигайте свечи. Желательно, чтобы эти свечи были и красного цвета, и зеленого цвета, желтого цвета, белого цвета. Но желательно не в один день их все сжигать, а в разные дни. Например, решите себе, что сегодня вы активируете денежную энергию. Вы в доме убрали, у вас чистенько, аккуратненько, у вас свежие потоки энергии. И зажигайте зеленую свечу. Пусть она прогорит, только смотрите, соблюдайте правила техники безопасности. Или можете включить музыку какую-то интересную, или включить вот то, что вам вот было бы приятно и хорошо. И оставьте свечку, и будьте. Или возьмите, приготовьте себе вкусный чай, пригласите свою подругу. И вот, обсуждая какие-то хорошие моменты своей жизни, в этот момент пусть свеча горит, прогорает. Далее, что еще нужно сделать, друзья? Привести в порядок балкон и антресоли. Помните, если у вас есть пустые бутылочки, банки, разная посуда, отправляйте ее на хранение в правильное место. Помните, что балкон у нас не предназначен для того, чтобы там хранить все и вся. Желательно и санки, и всевозможные метелки, и так далее, и так далее. Тряпочки. Нет, балкон не предназначен для этого. Это не помещение для хранения чего-либо. Обращаем на это ваше особое внимание. И обращаем ваше внимание, что вот такие вещи, где есть пустота, где вот емкость, она пустая, она у вас крадет всю вашу удачу, крадет ваши деньги. Поэтому обязательно вот эти такие вот баночки, если вам не нужны, выбрасываем. Сейчас даже можно сдать стеклянные всевозможные банки. Во многих крупных городах проходят всевозможные благотворительные акции, или вы можете сдать и получить даже денежку за это, если вам это не нужно. Если вам нужно, например, вы консервацией занимаетесь ежегодно, а потом зимой открываете баночки с помидорчиками, с вареничком, то в таком случае помыли, и вам некуда складывать, буквально щепоточку соли бросили и закрыли крышкой. Все, у вас уже нет той пустоты, которая вытягивает вот эту энергию созидания, изобилия и достатка из вашей жизни. Далее, что нужно еще успеть сделать до Нового года, друзья, это выбросить подарки, которые вам неприятны, которые несут вам отрицательные эмоции, которые несут вам определенный какой-то дискомфорт, негатив. Это не должно быть рядом с вами. Очень часто можно прийти домой к своим знакомым, увидеть какие-то треснувшие вазы, выгоревшие картины, какие-то магнитики, которым уже по 100 лет, они там уже, знаете, надо их прорисовывать, чтобы что-то увидеть и понять, что там вообще происходит. Какие-то тарелочки, вещички.
если это вам дискомфортно, выбрасывайте. Вы должны понимать, что не вступайте, пожалуйста, в новый следующий год с всем тем, который у вас вызывает раздражение. Потому что если у вас вызывает это раздражение, происходит какой-то, знаете, дискомфорт, это говорит о том, что на уровне интуиции это вещь, ну, то есть, знаете, на уровне энергии это отторжение, то есть это не нужно. И тогда, друзья, ваш дом перед Новым годом наполнится и уютом, теплом, новой положительной энергетикой, и вы сможете встретить новый 2023 год и с радостью, и с удовольствием. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на эти простые истины, которые многие игнорируют. И прямо просто после просмотра этого видео прямо составьте себе план, что вы сделаете до нового 2023 года. Время очень сейчас быстро пролетит, потому что уже в больших городах уже все наряжают именно украшениями, все уже продаются украшения, это все красиво, ярко, и, соответственно, это время очень быстро пролетает. Поэтому обращаем наше внимание. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно и поделитесь этим видео, друзья, с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше всего понравилось, и смотрите. Всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.